Джазовые истории продолжаются. 4 ноября гродненская публика сможет насладиться рок- и поп-шедеврами британского музыканта, певца и композитора, который стал музыкальной легендой 20 века. Это Sting. Александр Кравчук и джаз-квинтет ведущих музыкантов города исполнят хиты великого маэстро в авторских джазовых аранжировках. Специальный гость программы – Алексей Болотников, саксофон, Гомель. Ждем вас в концертном зале Музея истории и религии 4 ноября в 18 часов. Инфолиния и заказ билетов по номеру МТС 375-29-37-15-92. Главный информационный партнер проекта – телерадиокомпания «Гродно».